Позвучу. Вот, тебе нужно бить в ебало. Позвучу. Да подожди, я путаюсь в кнопках, у меня паника. Паника селит, у вас 5 лет. Переживай, ничего там не хватит, но форма мерч. Все нормально, ты его почти убил. Еще разок на фарме и все. А нужно две стадии за раз? Я думаю, да. Да, это пизда. Чего не пизда? Ты игру пройду Яги, ты Фроза. Прям как что угодно. А, ну эта игра недостаточно мемная. Всего много поза. Переживай. Ну хорошо. Что идет? Опять чуть-чуть. Нет, нехорошо. Если там две фазы, надо выбивать их сразу вместе, тогда надо менять тактику. Уже тогда одно тратит на одно, а другое тратит на одно. Ну, оставляй этого чувака. Или оставь самое крутое. Самое крутое, самое крутое, бил крутое. Для, по крайней мере, для того. То, что он мелкий, он не лутает монетки. Слишком маленький. Слишком маленький. Реформа в первый раз и сразу 50% фигурирую. А если 3? Ну, грустно будет. Так. 180. И 180. 60. Товарищи стримеры, представьте, если бы вы учились в одном классе в школьные времена, вы бы сошлись с его характером как друзья, и что могло бы вас объединить в те времена? Ова. Да, в тыграны, я думаю, так же. Да. Вообще. Дамы и господа, подайте кто-нибудь. Спасибо большое за донат. Сколько можно. 100 монеток на хилке. Спасибо большое. Как бы сейчас законвертировали? Я нужно 360. Раз, по идее, этого должно хватить. Я вот думаю. Если там дальше еще, а он еще и живет и кинется, может все-таки тогда. Доспех? Да. Ну, а что шлем дает? Такая сама, ты же не видел, что там шлем дает. Я убрал шлем. Блин, ну там шлем еще 310. Еще и на него вообще жить. Сейчас. Пойдем отсюда. В каждом следующем городе вещи дороже и лучше? Да. Дед позавчера, конечно, сильно взорвал шансы за прокат. Нормально! Есть такое, но... Сверировал, зато какой масло. Ощущения смайлики были прикольные. Смайлики остались. Так, анигири. Раз. Ирасшаймасе!
Ну пока без этого, сейчас посмотрим на голову. Да, будем иметь в виду. Что? То, что будет зафармить еще дополнительно 400 монет для... Для тушки, короче. Без руины, 1 000 000 просидер. Эти штуки нельзя купить. Нет, тебе видишь это? И предметы. Он показывает с ним. И каждый слот для каждого. Да, я же говорю, давайте попробуем еще раз. А, ну, если что, будем иметь в виду, что нам нужна будет помощь. Прошли бы на 2 игры больше, не сработал бы сегодня пункт на минус 8 игр. Нет, нас спас. Кто не знает, на самом деле, как бы оно было, да. Но в целом, ну, все равно было прикольно. Это сколько людей участвовало в сражении с дедом программиста, как зрители, да, и чат провел аналитику, полное увлечение. Только ради таких моментов стоит играть в все игры. Так. Я говорила, что на ней же, да? Сейчас, подожди, ты еще увидишь. После вот этого, если я пройду в босса, следующий файт, там такое. Ну что ты делаешь? Эй! Чат, а кто может найти мой вот, где я убил этого босса? Чешешься где-то, не понимаю, где, блядь. Интересно. А, ты проскакиваешь. А там, блин, у них там сегодня был мастер Игорь. Надо было секиры походить по спидранерским. И крови насколько... Что там в этот раз, блядь, говнючий? Я только проиграл, что дропнул ивент, пошел играть в дом. Да. Это прям на середине, как я понимаю, хз, короче, идет там. Вот эти интересы, что посмотреть, а он даже вот удалил. Да. Вообще непонятно. То есть он типа есть то, что готовился. Не готовился, потому что давай. Ну да, это то, что не готовился, все остальное. Мом на японском. А, нет, это да. Что? Босс просто взял и высосал тупо все мои, короче, жизни после линии. Что, я даже не заметил. Ну, это, блядь, вообще... Видно? Обидно. Просто меня высосал. Вот, чатик, кто может найти вот мой вот? Я просто, я боюсь, я не домотаю до него, это было... Ригаленд первый. Наверное, первая игра у меня, по-моему, была. Да нет, бомбанул бывает, просто интересно. Так бомбанул. Чисто праздный интерес. Ведущие его души говорили, что он лишний. Чего? Я бы нахуй послал за такой красавчик. Я не думаю, что это кажется, правда. Мне кажется, что это что-то преувеличиваешь. 100%. Это супер обидно.
Да и супер непрофессионально еще, особенно со стороны если ты организатор. Блять, я нахуй жопу варана ставлю, что не было такого. Ну да, 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 я тоже думаю, что не было. Ультра сомневаюсь. Да ни за что, Валя, на это он не сказал. Да, я обожаю. В чате писали, может, и не было. Ну нахера тогда ты вообще, в принципе, бля... В чате писали, да, понятно. Тут написал, ты повторил. Так, в принципе, я могу уже выходить. Так, вот, я нашел. Там фраза была такая, но не в обиду сказано, когда очевидно два лидера были, и там было что-то типа «Правда на бровян кажется лишними в этой битве», но потом сразу справились, типа не то что лишние, а типа отстающие. Нет, это была искра. Я буду говорить так, как выгодно мне. Это была искра в облитом бензином лесу. Который проделал нереальный пожар. Когда человек как бы хоть секированным стопом, зачем там вообще нужен был бровян? Ну, бровяну было интересно поучаствовать, что он не против, но он, в принципе, нормально играл с секирой, проходил даже без смертей, почему бы не ввязаться в такой ивент. Там какие-то чуваки и спидранеры, короче. Ну как, не спидранеры, а просто чуваки очень тоже любители секиры, как я понял. Брови пригорел еще из-за того, что Прадан говорил, что не будет трайхардить и делать спидранерские скипы, а будет просто проходить всех боссов, а в итоге Прадан жестко затринил. Ну, значит, То есть, получается, Прадан переиграл просто? Какие? Ну это, кстати, проблема всех фан-ивентов в том, что кто-то решает задрочить, а у остальных из-за этого бомбить. Например, самая большая проблема фан-турниров в Доте. Возможно... Просто нужно подбирать участников таким образом, чтобы все были в одинаковых условиях. Да, хорошо, да, смотри, да, меня... да. Я тебе знаешь, сейчас что скажу? У меня, знаешь, как было? Так. Нет, это ты босса, что ли, ищешь? я ищу, я проходил. Я нашел. Так. Значит, у меня было... У меня была только тянка и вот этот базучик со спешивым. Блядь. Ладно, сейчас не отвлекайся. Что за шутка? Не да. Это я выслушаю. Это уровень оружия. Да, это сын. На самом деле, она все успокоит совершенно. Да хватит делать.
Блять! Ну и бывает, ничего страшного. Вот, так вот, у меня... Пофарми, пожалуйста. Да, сейчас. Я это... У меня было только спешл тянки у базунчика. Вон у меня, видишь, а у меня доспех и шапка даже была. 5-4. Хочу поблагодарить команду Ркаты за бомбический контент для нас. Слушай, тогда пофарми, пока я не буду. Дед Иру, чеканные цедрю просто бомбли с этого ивента. Рад быть зрителем этих невероятных. Спасибо, спасибо, дружище, за данное большое. А, да, у меня еще молоток у нее третий уровень. Я же говорю, я его молотком пуляю. Колесо, говорят. Ща. Вот, видишь? Ни хрена там урон от молотка. Так я говорю, молоток, пимба, я же говорю. Я вот его молотком отпил. У тебя еще даже нигири осталось. Очень круто. Ну, попробуй мой молоток. Ну, подожди, я вторую фазу еще иду. Ну, ладно, все, беги. Ну, давай, быстро. Ну да, я просто бегаю молоком и хуярю, а видишь, дальше выращивается. По факту я всем базукой и молоток. Ну это же самое, в принципе, можно и девчонка, я думаю, потому что ее мечи, наверное, ну, смотри, да, плюс-минус такой же урон на вас. Ну как мне кажется. Давай, а, бля, мне же нельзя играть. Ну ладно, я крутану колесо тогда. Да не переживай. Иди, быстро иди. Ну колеса-то крутить мне можно? Да, два колеса крутим тогда. За счет того, что мы не сделали еще Газманова и Пугачева. Так, два колеса, это, конечно, прекрасно. Что я еще хотел сказать? А, да, спасибо большое за донат, спасибо. Спасибо, это супер круто. Стоп-старт, да зачем стоп-старт-то? Сейчас стоп-стартнем, если на ГБА выпадет плохая. Вы не помните, там играло два спринера настоящих. Один белый экраны без получения урона, второй белый экраны без смертей. Че, ну я же уже объяснил, нужно анализировать своих потерь. Игравшие в игру применяя перед ивентом. Никого же из-под палки не гонят на такие ивенты, правильно? А могли бы, да, как я на РГЛН. Ай, хорошо! Хуят плеткой. Да, спасибо, Юрий. Спасибо вам за последний донат. Нонограмма. Решите японский кроссворд по ссылке. Минус игра, если он будет решен менее чем за 20 минут. Это что? Ебать. Ладно. Ну, как раз Фоза переживал. Алиса, поставь таймер на 20 минут. Готово. 20 минут. Начинаю отчет. 4, 5, 25. Дамы и господа, подойдите кто-нибудь, кто сколько может. 25. А когда вы... Так, здесь, значит, у нас получается 4. Воу-воу-воу-воу. Вот так вот, да? Автоматом? Ничего себе. Круто. Я, чат, если что, я не буду объяснять, как играть, потому что это потратит время. Вы можете сами научить.
Первый раз, когда я решал японский кроссворд, у меня получилось, что я чёрным захуярил все. Все. Все поле. Так, 14, да? Подождите, сейчас 10. 14. Вон там, да. Да, здесь. Да, да, правильно, так и будет. Потому что здесь 1. Так, теперь пойдем снизу, значит. 1. Пять. Блин, жесть, как удобно решать. Нет, там 4, по-моему. Подожди. Да, считай, я тупой. 4 же. Не туда посмотрел. 3. 2. 1. 1. 3. 1, 2. Так. Ага. Так, теперь еще у нас 10. А, вот она, десяточка, да? Десяточка? Уже десяточка. Так, и... 2. Все. Ты будешь со мной разговаривать? Интересно, что-то я где-то ошибся, что ли? А, все, закрылся. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все закрыто. Так, здесь 7. Здесь закрыто. Так, 2 может быть где угодно. Так, 8, 4, 3. Так, следует посередине. 7, 2, 1, 2. Объясни, что он делает. Блин, это я ужасно объясняю по-мудацки. Короче, можно попробовать. Вот эти все цифры, которые вы видите, это значит, что столько цифр есть в ряду. То есть, если 3, это значит, что первые где-то 3 точки будет под... Блять, нет, сейчас. Как объяснить? Как объяснить? Ты умеешь разгадывать? Помогай. Ну, цифры — это количество закрашенных квадратиков. Между ними между ними должен быть пропуск. Да. В каком порядке они идут, точно неизвестно. Но взаимоисключающий метод, ну, например, он первый сделал, сверху 25. Очевидно, что 25 все будут закрашены. Все будут закрашены, да. Соответственно, вверх будет начинаться для столбцов с самого-самого верха. Но если он начинается, и первая цифра 4, это должно быть 4, и потом пропуск. А дальше смотрят. Если вы не поняли, значит вы туповаты. Кто не понял, проверьте шарик. Он потерялся. Вот это что? Чтобы быть тупым, нет ничего зазорного. Все мы относительно кого-то тупые. А ты же спал, да? Тебе не рассказали эту историю? Про шарик? Про капу, да. Есть водяной в японской мифологии, его зовут капа. Суть в том, что он достает с прохода некий шарик. Анальный. Ну, не анальный, как это? Понятно. Ну, короче, шарик там, в жопе. Mm-hmm. Вот, и есть тут мнение, что если достать этот шарик, то человек становится туповатым. Ну, я так и понял. Или просто... По вопросу Гита. А, так, стоп, 8. Не точно. Лучше Вики прочитать, да. Это не мнение, а научный факт. А, ну вот.
Считается, что капа любит шалости, но не наносит человеку вреда. Однако есть история о том, что проходящих возле воды или купающихся людей капа затягивает в воду, топит и вытаскивает из ануса человека шарик. Может, он хочет помочь. Как первых космических рейнджеров. Первых космических рейнджеров. Мне кажется, я и так понял, что здесь нарисовано кек. Довольно-таки понятно. Думаю, что вот так. Угадал? Знаем, что вам здесь. А, вот так. Лоза, где может быть еще? А, во-первых. Вот там. Вот там? Все понял. И вот здесь. И вот тетя. Да, а еще вот там, там, и там, и там, 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 и там. Вот там, да. Так, получается, там тут. Я тоже помню, как PUBG, когда только это популярно было. Откуда выстрел? Оттуда, блядь. При том, что ну, направление есть. Просто посмотри, где. Где выстрел? Там. Это классика. Во всех пальцах. Так, это получается один закрыто, два. Не, аниме слишком просто, хочется озвучивать что-то интересное. Аниме слишком просто. Ну, просто, как мне кажется. Ой, сейчас порвет. Значит, всех сложно. В курсе, что? Че? Делаешь супер наш. Обнаружены отшивки, посвятить их. У тебя типа в этом в кроссворде, видимо, ошибка. Нет. Что я не то сделал. А что? Какая ошибка? Три. Раз. Лишняя два. После семерки. Лишняя двойка после семерки в седьмом столбце справа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чего там? Пять, шесть, два, три, семерки. Пять. Может, шестой ряд, там про шестой ряд пишется. Семь. Два. Два. Подожди, семь, два, один. Два, один. Один. А там прям вообще очень много всего. Так, а пока у меня тогда здесь. Блин, непонятно где. А почему закрылось-то? Так что ли? Семь, два, один. А где один? Нет, стоп. Так. Единички не хватает. А почему он меня закрывает-то? Так вон единичка у тебя. Блин, все правильно, да я тупой. Тогда все нормально, тогда вот здесь 5 получается. Здесь получается 2. Здесь получается так. 3, 2, 1. Так, и тут выходит 4, 3. Здесь получается 1, спасибо. Ты видишь, получился, смотри-ка. Нама, я тоже сначала подумала, что ты видишь. А я думал, что это свинья. Ну ты сразу правильно подумал. А свин от Твич выходит. Свин от Твич выходит, да? Закрыть точно. Вот да, вот аниме и озвучка это целый пласт срача, который, если продолжится в таких же темпах, позволит нам летать на Марс. Участвовала в конкурсе по... Короче, Lost Ark делали конкурс, что можно озвучить какого-то NPC в Lost Ark. Надо только записать там парочку-тройку различных их фраз. Я вообще без какого-либо умысла просто думаю, дай попробую. Отправила, а потом обнаруживаю, что я попала в десятку, короче. Жесть, круто. Да.
И там такое началось. Это просто пипец. Там начался этот конкурс, короче, друзей по типу репосты и все такое. Я такая думаю, ну ладно, типа, ну, группа большая, народу много, сами там разберутся, сами проголосуют. А началась мошна. Притом с этих, они там же куча, вот это они ДАП, они Либри, они еще что-то, они хуем что-то. Ну, короче, неважно. И они начали по своим группам рассылать. И я такая, ах так, блядь, у меня тоже много друзей. И все такое. Это очень неправильная тема, когда вот этот конкурс или репост. Так да, в том-то и дело. Я такая думаю, блин, а что я должна просто отдавать кому-то победу, типа, если все репостят. Я, короче, тоже репостнула у себя мои парочку друзей, знакомых, там, стримеров, не стримеров, видимо, тоже загорелась, при том, что некоторых я вообще даже не просила, просто, видимо, разнеслись слухи. Ну и, короче, суть в том, что я получила первое место. Хорошо. Но от какой же был срач просто. Это ужасно. Там только на начальном этапе начался такой пиздец. И притом там фраза была такая, типа, от маленькой девочки. Три или четыре барышни озвучили фактически идентично. То есть вот что-то вот в таком духе. Харика такая хорошенькая, вырасту, тоже в лунные девы пойду. И вот ты слушаешь, и там чуть ли один в один вообще. То есть меняется только чуть-чуть там писклявость голоса. Да, потому что они все это... Ну, а ты говорила, что почему, типа, этот... Все там ЧСВ и там гадюши. Вот, собственно говоря. Ну... Я думаю, что... Хотя, кто его знает? Да вряд ли там прям гадюшник. Они сейчас, кстати, многие на Твиче стоят. Они сами так говорят. Ну я не так, я не в таким голосом делала, я такая более мелким, типа «Харика такая хорошенькая, вырасту, тоже в лунные девы пойду». Ну типа, что прям совсем маленькая, с надеждой, не вот это вот «Харика такая, ня-ня-ня, а, и, бле». Я 6-12. Кабан сопротивлялся, кабан нам не давался. Я нахуй вертел. Кажется, не туда. Я очень туплю. Не пойму, где. Здесь же вот так должно быть. Как может быть не так? Блин, прикольный хрен получается. Где коврика нет лишнего? Пинг, спасибо, у нее есть. У нее закрыто, я не буду ее тревожить. А там закрыто, кондей, потому что кондей работает. Поэтому спокойно постучи и открой. Я не буду вторгаться в личное пространство. Пойдем. Блин, я не понимаю, где здесь еще. А, подождите, нужно 4. То есть, значит, что здесь не может быть жизнь, здесь не может быть. 4. Правильно? И здесь. Так. Да? Здесь 2. Значит, вот так. Блин, куда 4? Да.
Так. Со звуком ничего, я думаю. Это скрип мысли. Да, блядь! Бля, похоже, я не справлюсь. Ну ладно, да. Ах. Ну три там точно входит. Где? Вот тут, да, три. А, ну да, три. Здесь точно три. Где-то два. Здесь точно вот так. Двойка, там можно поставить крестик в этом вот ряду в левом. И вот здесь вот можно закрыть, и здесь закрыть. Значит, ладно, тут двойки нету. Подожди, это сложно так. Стой. Здесь еще один. А вот анализ, стоп. Так вот же, один туда и входит. Алиса, стоп. Сюда же вот один и входит, он больше никуда не входит, а там как раз вот 4 закрывается. Да. И там 4 закрываются. Ну, ладно, я уже не успел. Много думал. Вот так открывается. Ну хорошо, плюс игра. Никого побега спасибо. Ладно, вот сейчас. Не, ну надо уже доиграть тогда. Так, а что тогда получается? Где нахрен? Так, наверное, вот так вот. Два. Выходит вот так. Правильно? Блин, да ладно, ты что? Нифига. Нет. Видишь? Так, четыре, так, три. Вот. Так, что получается-то тогда? Здесь двойка осталась, кто непонятно где. Здесь остается 1-2, то есть 2 будет вот тут. То есть 1. Mm-hmm. Ага. 1. Нет, 1. Да. 1. Все вот так получается. 4. Давай, девки! Давай, девки! Давай. Детскую головоломку решить не смог. Да. Так, 4. Какая вот из этих интересно? 1. Вот так? Допустим, я угадал. Тогда 3. Позволяем, пошел просто уже разговаривать. Ладно, отлично. Так, что, второе колесо теперь бонусное, фейспин. Да. А я не могу. А нет, не могу. Эх. Ладно, сейчас должна прилететь минус игра. Откаточная. Оинки. Это Оинки.
почти успел. Ну да, там вот эти вот пятна, где 1-2, что ли. Я свеча не слышал. Бля, очевидно, мы газовый пункт. Будет святая корова. Каждая имеющаяся в инвентаре в минус игра в молоко превращается в героу инвентарь. Нифига. Также плюс игра на все платформы, если стример, наролившая этот пункт, ел сегодня говядину. Да вы охуели. А у тебя бургер был? Да. А был с чем? Говядина, конечно. Блять. Ну, ой. Все понятно, ладно, это похоронно. Хорошо. Сколько там получается у нас героев? Жесть. А, так у нас, то есть, еще и нету героев. Или сколько? А, нет. Да. Ладно. Всегда не закрываем, превратилось эти два колеса. Да и чё, я бы признался с бургером. Ну хорошо. Прости, но придется фармить тебе. Но ты да, запомнил да. Хоть немножко стратку, да? С молотком, как я тебе говорил. Давай, ты справишься. Да у вас босс всего лишь. Он уже, и вон, и здесь же, чё? А там не будет никакого этого еще? Вот у вас босс. Нет, две формы. Ну, имеется в виду, это мех, который... Нет, мех не будет, нет. Это лавбус. Поэтому не переживай. Самое сложное пройдет. Так, новый день. Да. Че его делать? Сейчас я досмотрю сам, как я его победил. Чуваки, сейчас нужно пройти игру, наролить игру, поиграть еще какое-то время по какие-то в рейде и потом закрывать их. А, да, я пока тут. Ну, короче, да, молоток. Да, это у меня кат-сцена, короче. Ну, я прошел так, слушай, ну, с учетом того, что ты еще спешил и на Гаимона берешь, я считаю... Главное, молоток фармани. Вот что. И попробуй им. Окей. Okay. Нет, стрим перезапустить помешает, ничего страшного. На Твиче можно стримить по 48 часов. А больше нельзя? Да, Твич тебе автоматом стопнет стрим. Почему? Ну, вот такие у них правила. Да, вот 48 часов проходит, у тебя автоматом стопнет стрим. У нас, по-моему, было на какой-то хате такое, когда мы ее что-то проебались. И вот хуяк! Четыре прекрасные игры на Спектрум приезжают на Спектрум Хату 9. Знаешь, какая-то хата, где будут добиваться все недобитые хаты. Чисто. У нас всегда каждый раз же добивается. Мы Сегу отдали за прошлый раз долг, а Спектрум нет. Вот он и вырос! Пять хаты закроются неуспешно, простите, да. Пожалуйста. Чисто технически, без машины ни одна хата не закрывалась успешно, которая была с колесами и плюсами. Ну да, последняя, которую я был, там такая была довольно жесткая машина. Но там все равно... А нет, подожди, или там мы закрыли все? Закрыли, но там... Там, да, короче, она закрывалась, в принципе, нормально, но... А, тогда все нормально. Было гуще батоната. Там была микромашина. Да. Не, но все равно, со свинской третьей это не сравнить. Так что норм. А почему свинская третья? Ну, может, там гид был в лютом тильте, и вот тогда еще он очень хотел, чтобы
челленджи были закрыты обязательно. Поэтому там были свинские машины. Экстхата уже 8, не знаю, ничего не обещал. Надо передохнуть маленечко. Как показывает. Так, с игру, да, я добавил. Там очень куча новых игр. Молодок качается просто в качестве удара? Нет. Там такой кругляш, когда тебя выбивают. Ну вот это вот шарики, короче. А если его обратно выбивают, то он готов убивать? А, мы добавили же, да? А, да, мы все добавили. Я все добавил. Плюс игру, и плюс игру на все платформы. Подожди, а почему там плюс игра? Поведен. Я получил плюс игру, выиграл. На РГ батл? Нет, еще не было. Мы его еще не доделали, я сейчас передохну пару деньков, и мы будем батл делать с фриком. И потом где-нибудь будет сезон батл. Не знаю когда. Может в октябре. Может в сентябре. А может быть просто будет периодически как мастер Игорь. Вот как часто надо будет проанализировать, как часто Игорь делает свой мастер Игорь. Каждое воскресенье. То есть... Каждое воскресенье? Ну, почти да. Вот это жестко каждое воскресенье. Надо придумать монетизацию RG Battle. Это пока единственная проблема, которая не решена. Нет, Starfield проходить не буду принципиально. Буду его проходить, когда в нем будет русский. Нет, бегов не знаю. Видишь, броик какой вредный, даже на хату не будешь. Сбегая, все еще теплится уникальная идея. Сохранена здесь. Не знаю, когда РГВН будет. РГВН там очень много надо поработать. Максимально много изменений. Ганты за донаты, как на аркадах? Каждое воскресенье и раз в две недели мини-мастер-клип. Нормально. Не, ганты за донаты это не круто, потому что тогда будет побеждать тот стример, у кого шейхи богаче. Или у кого они вообще есть, поэтому так нельзя. Я не знаю, как придумать модель монетизации для вот. Мне просто не нравится модель монетизации у Игоря, когда он просто ставит полоску призовой фонд. Ну блин, это как-то не круто. Не знаю, просто не круто. Типа нет никакой мотивации. Хотелось бы, чтобы какая-то была мини-игра для донатеров, как колесо. То есть. Но в старые игры не впихнешь же всякие штуки. Что ж такое? Что ж ты такой главный герой, своеобразный, сука? Без РГГ будет тяжело, да нормально. Не переживай. Чего все забрать? 400 плюс 310. Ах, 710. Донаты часто влияют на эффекты игр? В смысле? Не, у него сейчас вообще далеко не всегда донаты влияют на эффекты игр. Ну, например, Секира сейчас они делали с Аленой. Там, по-моему, я сомневаюсь, что донаты на что-то влияли. Сомнительный контент. Почему? Чувак, что ты такой токсичный? Сомнительный не смотрю. Почему, интересно? Не, не надо это разводить. Всем участвующим роются одинаковые условия. Но у меня в батле все будут изначально в одинаковых условиях. Ну, точнее как. В батле будет единственный нюанс, это... Ну, хотя нет, все будут в одинаковых условиях. Во-первых, я же не знаю, кто в каких играх силен, потому что там будет выбор из 54 игр. А во-вторых, как нарандомятся эти самые игры, потому что участники будут начинать с разного поля карты. Ну, сложно объяснить. И то есть, и получается, они все равно в одинаковых условиях, потому что рандом будет одинаков. Кому-то может повезти, а кому-то нет. Без разницы абсолютно. Нет, мастер Игоря у него не всегда. Ну, блин, у них вот был... Какой-то вот мастер Игорь просто когда... Да вот же у них был по ретро мастер Игорь, там, Чип и Дейл, где они играли, там вообще не было никакого рандома. Просто стримеры играли в Чип и Дейл, еще в что-то там. Джуз где был. Поэтому. Ну, короче, я не знаю, как монетизировать, да? Пока ничего в голову не приходит.
чтобы не превратилось в соревнование, да нафиг. Ну, кстати, а где я взял четвертый доспех? А в пятом городе? В пятом городе, возможно. Наверное, я боюсь, там вообще пипец дорого. Если возможно. В четвертом, но я помню, что я много фармил. Но если хочешь, вообще я могу посмотреть, сколько я фармил, если тебе интересно. Можно зайти, в принципе, в пятый город. Можно зайти посмотреть. Торопиться некуда, все равно в гитаре. Видишь, ой. В ДС было чело выпадает говно оружие, оно сто по-другому бывает. Потом получается, что один дальше уходит, а здесь случается. Потому что это рандом, понимаешь, все еще раз. Блин, я, у меня такое чувство, да, что я на РГВНД это спорил уже миллион раз. Еще раз, рандом все в одинаковых условиях. То, что кому-то повезло, а кому-то не повезло, это не означает, что кто-то лучше или хуже. Это просто кому-то повезло, кому-то нет. Вот и все. Рандом ко всем относится одинаково. Понимаешь? Какие хата, ну вот сейчас эту игру закончим, и там видно будет. Если закончим к тому моменту, когда Гитман закончится рейд, на ней и закончим. Ну так изначально не участвуют. Если ты понимаешь, что... Я так понял, зачем тебе дальше участвовать, ну, тогда я не участвую вообще, да, если у тебя... Да, Фроза правильно говорит, если у тебя претензии к рандому. Что тебе? 480. Рецензитель? Не знаю, посмотрим. Да все плохо. Я три плюс игру на все платформы на роли. Хорошо. Даже картриджи. Здорово. А молоток-то покачаю. Все вкачало, всем. Кроме мелкого, по-моему. Кайф. Да и мелкому не надо. По жопе сейчас даже. А смотри, а почему доспех, кстати? 480. Нормально. Грабеж сидит до дня. Рандом зрелищность, согласен, в том плане, потому что всегда смешно, когда стримеру не везет, или наоборот, люди болеют, когда стримеру не везет. Давай, Фроза, да, так, чат, давайте. Фроза. Да тут надо, тебе надо тоже, чтобы тебе надо, сделали чтобы... вот этот вот Пипа Чирс, Фро и Зяка. Фро и Зяка нужно, вот как у Дашушки. И как у меня. И... Я когда-нибудь сделаю все, но это будет совершенно другая история. Проси фри. Ладно, все, не отвлекайся, давай. Ты сможешь. Ой, хорошо. Ой, не лезь мне. Ну, блин. Не торопись. Я... Времени миллион. Да, блядь. Чё он просто летает? Подбери к нему поближе и ёбни ему синяки. Вот. Давай. Ты вот это вот зачем, блядь, тусишь, да, сука такая? Заебись же было, чё ты вообще, смотри, как... Да я чуть не обсикалась, блин! Всё хорошо, спокойно, всё. Бей, пока можно. Нет. Сука, ну! Кайф вообще! Гаймон, базука и молоток. Все, молодец. Супер вообще. Так ручки-то потеют. Да нормально.
нормально, да. Ручки бандит! Гимпа. Короче, главное бей поеблу. Поеблу главное бей. Давай, выбеги, выбеги, кто тебе удобнее всего. Она? Еще. Все. Не страшно, есть гаймон, помню. Вот! Ой, хорошо. Все, видишь? Все. Третья фаза. Не. Не надо! Ты не зацепишь, боюсь. Даже анигири не пригодился. Видишь? Как круто. Все. Мутики. Дяд, спасибо. Спасибо. И это все потому, что вы поддерживаете. Ну и мы чуть-чуть подсадим. Буду идти без фарма никуда. Рано вы собираетесь хату заканчивать. Бравин ни одну игру не прошел. Он еще на заряде. Думаю, может сутки еще отстримит Неброу. Это чья-то водичка или нет? Твоя. Я не брала сюда. Ну, будет моя уже дальше. Синусик ямску. Так своеобразно видеть их тельца, что они прям как будто вот, ну... Ну это PS1, да. Такой графень. Что поделать? Она Эмма. Всё, титры? Да. Да. Сентябрь всё. Горит. Молодец. Вот видишь, все, ты справился. Заслуженный отдых. Давай. Ну что, пароль еще пароль. Ну давай пароль. Хочешь пароль? Хочу. Давай, конечно. А в миллион реролов еще на PS1. Сколько, кстати, реролов? Где там драки? Рерол игры X3 минус крамолоко 11. X3 и плюс еще PS1, еще 2 фрирерола. Жесть, халява вообще. Давай сейчас обреролимся, наролим быстренько короткую игру. Блин, вот бы Tekken реально, но это, конечно, не знаю, как это. Это золотой билетик на 5 минут. Да, чтобы выролить Tekken. Там еще 3 игры, да. ПСЕ. Выше? PlayStation. Да, вот давай. Мы и ролимся сейчас. Кто-то игру детства? Все игры детства долгие, кроме Геркулес. И Tekken. Ну да, я даже вообще не знаю, что он может выпустить. Быстро на PS1? PS1, да, супер. Даже ну, математическая игра. Даже тот же... Да? Даже тот же SF вообще. Вот это я ставлю сотку, это я... Надо вот, чтобы справа, в том браузере. Да, вот, вот сюда. Да, все, оставь. Так, все это вон первое. Да, нет, просто не назвай. Они файтинг? Ничего себе. Минус жопа. Не сюда. О, реально файтан, слушай. Так, может быть, мы его... 23 минуты. Так, может, мы его... Банпрест.
На чат только позапишем. Да не, сейчас мы запустим. Блин, не, ну давай. Хочу я. Что, ты будешь играть? Ну я могу, да, я в принципе, я с фрейтонами нормально. Хорошо, ну давай, пусти меня. Да, точно. Да. Ай. Раз хочешь флейтаны, это пожалуйста. Нормальные игры на PS1 выпадают? Чувак, их там 3432. Сделай только можешь... там минус на PS1. А, да. Ты можешь пойти на мой канал, написать там восклицательный знак генератор. Там есть этот генератор, скачать его и паролить сам. И посмотреть, что там... И посмотреть, короче, что там есть. Где генератор? Так. Как это называется? Гений. А у меня нет такой игры. Опа. А, нет, подожди. А как там? Не помню. Нет. А вот здесь. Продраж Сеговский выпадал когда-то? Блин, ребята, бесполезно спрашивать, что кто выпадал. Вы же понимаете. Может, когда-то я выпадал. Может быть, ты по памяти помнишь. Нет, ну на хатах точно нет. Да, там ну, просто такое количество игр в пуле. Название игры выпадал когда-то? Универсально. Господи, ужас какой, царила. Че? У кого упадала прямая кишка плюс чат? Надо зайти в чат. Бровяна выпадала кишка прямая, потому что столько сидеть на диване без перерыва. Блин. Игра не находится. Блин, да ты чё? А, нет, вот она. Можно тогда мы выберем любой файтан? И выберем тейкер? Просто побьем друг другу морды. Конечно, весело звучит. Ты в фальсанах как вообще? Я? Не очень. Или Малшторм? Не, Малшторм. Насчет тебя в курсе, что ты тоже дитя тейкер. Ранее файтан 96-го года, скорее всего, такой себе будет. Да сейчас Сизи поставим. Там банпресты, да, но... То есть там могут быть нюансы, на самом деле. Ну... Совершенно точно, но... Хоть не ГГ, который, блин, какой он там был, где Ино была одним из камнем преткновения, я думаю, очень многих файтеров в этом игре. Кто в теме, ставь плюс. Так, гладиатор, не знаю такого. Тоже не слышал. Гладиатор. Гладиатор. Меня смущает, что этого файла нет на самом крупном ресурсе. Что мне нравится. Это крайне странно. Крайне. А, нет. У меня просто тут нет. О, а клана слышала прям очень много про прикладывание. Я тоже много слышал про клана. Да. Тоже не играл, да? Но не играл.
Так, ну может мы это, на колеса пока покидаем, чего и кинем. Купаться будет еще 20 минут. Окуна, ремастер вышел вроде в этом году. Нифига себе, так тем более, значит, нужно заценить. Вы потерпите? А мы-то нет. Я не могу терпеть. Не против. Я устал ждать. Вот бы выпал пункт с шоколадкой. В Ленде это обмажешься двумя очками. Интересно, что в хате. Чего? А, шоколадка. Да так тоже. Плюс две очки, что? Плюс два очка, точнее. Это не шоколадка. А, вот. Пепорот. Кстати, хотите есть? Нет. Шоколадку? Нужна и шоколадку. Бум-шоколадка. Бум-шоколадка. Точно? Вообще ничего? Ну, да. Да вроде как-то да. Мне бургер до сих пор булькает. Я теперь хочу шоколадку. Хочешь шоколадку? Дамы и господа, шоколадок полный. Подайте. Спасибо большое, Just Bratish. Большое спасибо за контент, ребят. Вы крутые. Да, пожалуйста. Я очень рада, что вы здесь и смотрите. Так. Не, все, я нашел. Просто пишет, что по-другому. Другой пункт, там, где кто-то был. Где мне должна шоколадка, я все жду, но педалька Нитроса не на моей стороне. Было такое. Вей, ты из Севастополя? Да. Я просто... Вообще большой Шуга Болт. Да, прости. Не-не-не, наоборот, Шуга Болт, спасибо большое. Вей, просто я сама, ну вообще, я тоже из Севастополя, как бы. Я, когда приеду туда, обязательно передам тебе... Ты периодически гоняешь? Слушай, я на самом деле давно не была родителей, я хотела сгонять, но пока непонятно, что чего, но надеюсь, что в скором времени... Мне сейчас сложно сгонять туда. Да, да, я при том, что очень хотела в этом году, а пока вообще все. Вот. Я недавно узнала, что ты тоже, да, я же такая, блин, серьезно, думаю, вот это вообще мир настолько тесен. Я запомнила, договорились. Так надо будет узнать тогда твои предпочтения, чтобы не получилось так, что я тебе притащу молочный шоколад там, а ты любишь горький, например. Поэтому, ну-ка, давай рассказывай, какие шоколадки предпочитаешь? Бан Престо. Бан Престо. Лаглас тоже из Севастополя? Блин, ребята, огромный вообще привет вам всем, отдельный. Она все съест. Пока всего 36 часов на поезде. Это дурка на самом деле. На поезде гонять. И не с клубникой. Аллергия на клубничку. Мяу. За что? Блять. Так, ну изи мы тут явно не найдем. 60 это, видимо, раунды. То есть там должно быть бесконечно. Процентов. Вот должна быть сложность. Два это, наверное, количество раундов. Да? Я не помню, что из этого. Но... Зажрались на поезде, уже в лом кататься. Нет, не то чтобы в лом, но вообще, в принципе, в поездах плохо катаюсь. Я плохо сплю. Вот это дефолтно, вот это должно быть легко. Я соси, да. Я
Смотри, можно поставить один раунд. Вот, бесконечное время. Да, бесконечность такого поставить. Хотя можно вообще замашнить, поставить 10, да? Допустим, ты наносишь больше урона и все. На, попробуй тогда. Выигрываешь. Попробуй. Так, ну надеюсь, что это не кривое говно, потому что иначе я это кому-нибудь отдам. Я буду хитрый. Кого выбираем? Тяночку? Или какого-нибудь гачибаса вообще такого прям? Классного. Да, какая. Делает вид, что тоже выбирает. Ничего себе. Бобби. Кей. Нейл. Реймонд. Марк. Гарри. Гарри. Ну что, может быть это по моде пройдемся. Возьмем Гарри. Деда брать? Танфейлана? Деда? Хорошо, все. Деда. Танфейлан. Конечно, деда. Все, все, понял. Так. Интересно, какая здесь систематика. Два прикольно делаешь. Точно изи он мне поставил, а не профессионал. Так, а блок интересно. Вверх-вниз как в тейкене такого нету. Ну, обойти. Можешь развернуться. Блин, мне не нравится, что он делает. Сделал непонятно, но сделал и ладно. Эти таблетки не берут. Блин, я что-то вспомнила. Момент, это было так давно, по-моему, еще... когда Нюки не делал еще РГГ-хат, до РГГ-хат, он делал такие... Зарейдил. Кочевник, спасибо большое за рейд. Здравствуйте. В общем, когда-то давно, когда Нюки делал еще такие хаты на марафон, ну, марафон чисто, день рождения, как у него, грубо говоря, все такое. Что-то... какой-то момент мы с Бровино решили поиграть в Тейкен и взяли двух дедов у доктора Басконовича. Блин, там такая хохма стояла. Прикольно было. Ну чё ты, один удар остался. Хотел сказать клоунада. Клоунада. Помнишь этот момент, нет? Когда мы взяли двух докторов Басконовича. Это я тут. Там вот... Это у тебя было. А, да? И мы просто то и делали, что такие ааа, и вот это вот крутились друг вокруг друга. Ладно, если что, я заказываю в ТМК, может быть, кто-то все-таки что-то хочет. Это была инвест. Нет? Дай мне посмотреть. Ремонт всегда, да. Блин, с двойной красной. Блин, с двойной красной. Да, нормально тема. Смотри, тут есть два. Ну, манга, бери богатырский. Да нет, богатырский софт. Чего ты побеждаешь? Ну, пока. Посмотрим, может там финальный босс будет прикольный. Может быть. А может быть и нет. Может нет, а может да. Слушай, мне очень нравится сзади. Оживлённо. Вот, можно вот скидывать сайт? Да. Нет. Чем это странно, то есть тут работает, по сути, только две кнопки. Это треугольник и квадрат. Всё. О, горит с карточек. Беги. Фрон, ты точно больше ничего не можешь? Беги, ну беги. Может быть, блин, с двойной красной икрой? Нет, с черной икрой. Я не ем икру. Заморский баклажан. Потому что это десерт. А давай, может быть, какой-нибудь сладенький, там, с клубничкой какой-нибудь, вот что-то такое. Как десерт. Дюха, ты в Венгрии. Помимо земляника, например, есть. Ты в Венгрии вот, свои ешь такой. Венгерские блины. Спасибо.
Что пойди, там теремка-то нет. Ну и венгерскую еду в похлебку хлебаешь. Что там у них? Да, какие-нибудь прикольные там штуки же можно делать. Смятина какая нарулилась, я смотрю, да? Да, да, да. А что у тебя все? В теремке заказывают, хочешь блин? А мы еще есть будем? Нет, я не буду. Все, вот. Я тоже не буду, но пинг, майл, не фоллоу. А, так, ну ладно, ладно. Ну, такой рейд друг передавал привет всем. О, привет огромный тоже. Ну, Запи, ты не знаком. Рейд-лидер. Рубин. Быстро мы сегодня, конечно. Ну, они там сейчас дальше продолжают, но там уже все, либо основной контент закрыт. Коротенько так. Шестнадцать на полчаса. Так, ну что, значит, плюс игра на все платформы. Опять. И еще плюс игра. Да, причем знаешь за что? Ну. За то, что я сегодня ел бургер с говядиной. Нельзя было. Там нельзя, там священная есть, да. Корова. Ну тогда я тоже ел. Да, ну там, в принципе, наверное, на всех бы поснулся. Не, у меня курица. А, у тебя был... А, да, у тебя был куриный яич. Так, ну что, какой у нас план? Эту игру пройти? Ну давай сейчас попробуем пройти эту игру, еще одну вольнем, а там посмотрим. Ну это просто с первого раза прям выпало. Че это вообще? Это Tekken? Нет, Фантапайтан. Какой-то очень... Ну короче, по-моему, на движке Tekken. Tekken? Я что-то сомневаюсь, что я например, на движке в Tekken. Да, она похожа прям, но в целом. Ну, единственное, что отходить нельзя в разные стороны, ну типа в линии там вверх, ну, вниз, хер знает. Вообще больше никаких кнопок ничего не делает. Да ребят, и главное, хорошо, ты же побеждаешь. Да, но просто хочется какую-то, знаешь, ну типа какой-то финт пригнуть. Это Файтан Бан Поезда. Помнишь, у нас на хатах было две части игры зельдоподобных, только там ходили такие эти чибики, всякий Ультрамен там ходил. Мы еще нароли сначала вторую часть этой игры, потому что ты с бровью проходил, потом она первая часть выпала через два дня, что ли. Что-то такое. Вот, короче, это от этой же конторы игра. Ну ладно. Да, абсолютно. Розовый делает. Дюха, скажи что-нибудь по-венгерски. Блин, причем тут даже... А, нет, там Stage 9, да, был? Блин, я думал, Сивики, я там Stage 5.30. Аги-ваги. И тебе не хворать. В смысле, если сейчас на берсерке мы наебашим. Судя по всему. Никто не наебал. Делай или так? Как плюс игра на теплоформа, откуда на роли? С колеса. Что там? Святая корова. Ой, я его выкинул, я его выкинул. Если ее говядину, все. На все платформы. Да. Что за жесть вообще? Почему мы добавляем? Корова наролила игра. Свинья. Там типа все минус игры в молоке автоматически превращаются в ерову. Они превратились в ерову, но если... А если ел говядину, то... Да, еще там была нанограмма, и я ее тоже не составил, но было крыса. А я опоздал на 2 минутки буквально. Что за Нина Уильямс? Да. Но он был. Это микросложно было. Там где-то Пичевская свинья была. Да, да, да. Корову приносит. Я приносит. Ну что, это должен быть ласт, по идее, да? Нет, сейчас главный босс. Вот сейчас? Из трех пас. Кажется, в Файтане такого не бывает. Он будет хватать и хилиться. Сука такая. Сейчас загрузка. Грусть так отстань. Сейчас будет главный босс. Хорро. Да нет, показывает, что дед всех разъебал. Очевидно. А потому что это дед. И все? Не знаю, видимо. А теперь можно поиграть в слова. Багян Лэнд 2! Нас ждет. Try next level.
Опа! Что это значит? Ой-ой-ой. Это значит, что нехуй на изи играть. Ой-ой-ой, ой, но. Ну окей, давайте. Попробуй на нормале пройти тогда. Это я нажимаю сюда. Низ, низ, конфигурейшн. Что, надо на нормале проходить? По-хорошему, да. Вот здесь вот. Да, вот это. Все, а титры же были вроде уже. Нет, это не было титра. Ну там это просто... Это была типа концовка персонажа скорее. А если она пройдет на нормале, если скажет try new level? Это вряд ли. Ну, возможно. Ну, возможно. Да, в этом же, в дубль драконе-то. Или как Куню, да ты слабак. Деда или все-таки Гарри? Я думаю, деда. Почему Гарри? Это транс? Наверное. Бля, мне кажется, Гарри надо попробовать. Да. За Гарри. Гарри выглядит хайпово. Там всего 10 тысяч, если сейчас разъебешь, мне кажется. Модно, молодежно там, да. Мне, а если тут всегда будут говорить Райни Лео, пока нет, не дойдет? Сомневаюсь. О, как она видится. Жесть, Гарри. Он, точно. Он. Она. Не знаю. Сложно. Жесть, ой, это прикол, вот, ну вот, да. Вот это попец там. Фуранг, кстати. Здесь больше блоков сидят. Во, видишь? Вот они же что-то делают. Надо понять как. Жалко, я тебя. Попробуй две кнопки, как в теке. Я пыталась, нифига. Не, не работает. Ну, можешь попробовать нажать на паузу, вдруг он ударит. А еще, кстати, я не совсем понимаю, как здесь работает блок, потому что... Не назад? Квадр... Да, он не назад. А эти ты тоже курки попробовал? Да, вроде. Ох ты! Ну я чё? Всё, мы победили. Гей! Оо! Виктор. Гарри или Виктор, я не понял. Дома Гарри для друзей Виктор. В лонгплее есть титры и эндинг в виде визуальной новеллы? Хуя себе. А в лонгплее никакой сложности. Тут всего три сложности, поэтому... Ну, так лонгплей-то на какой? Посмотри. Всё. Думаю, что лонгплей сейчас. Блин, я думал, перфект уже. Тоже так хочу ногами размахивать. Что это интересно? Я пытаюсь там, типа, вниз-назад, там, или туда-сюда, то есть, ну, как влево-вправо, ну, как по образу Тейкена, но что-то по жиденько. По образу и подобию. Ну, как-то жиденько. Как в целом время прошел? Поясок спутал. О-о-о, грацуля. Бессмертно не сделали. Кого? Бессмертного. Это значит пройти весь рейд без смертей. А чё, кто-то за ноги? Там сложно все контролировать, так скажем. Лапки, кстати, убегают и бить. Кто? Что это такое? Это часть тела. А почему лапки? Снэпчик не потом. Просто как-то надо назвать людей, которые... Там не заходили в опции, просто сразу... В смысле не заходили? Мы же заходили. Если не заходили в опции... Нет, это в лонгплее. А, в лонгплее? Если сразу стартуют, значит норма. Блин, задники мне здесь очень нравятся. Да, ну, драхва ранга точно. Задники хорошие? За... Да. Особенно у Гарри. Такие... квадратные. Ну, хотя они попытались их сделать округлые, между прочим. Ну да, на самом деле, да. Так-то в 96-м году, напоминаю, Текин выглядел в три раза уродливее. Так-то. Локация Кеннида, блин, реально. Слушай, персеркер тебе может дать? Хотя, ты слишком круто играешь. Да не, я думаю, что с берсеркером придется там еще повозиться. Первый текен 95-го года, а второй 97-го. Ну и второй до хера треугольный текен. Может, у меня есть просто... Ох, ты что бы сделал еще? Жизнь была хороша. Свободная, разбойная жизнь.
А теперь точно время. Валяются бандиты, будут спят. Играли на. Дружил. В еду я, знаете, я тут подложил. Да. То есть ты играешь с месть гайд. Получается. Пиши референсы. Я все пытаюсь что-то... Может, ладно, хорошо. Мне кажется, у тебя и так хорошо получается, что пытаться, ну, да, вообще. Да я, мне просто интересно, что, какие возможности. Я думаю, сейчас на берсерке будешь пытаться. Что, по контам? Непонятно. Она ни разу не проиграла еще. Задник самолет. Лучшее место, кажется, не нашли они для выяснения отношений. Турбина может засосать. Турбина может засосать. Как спереди. Не видел видос, где засосать? Нет. Стоит чел такой. Военный самолет что-то там обслуживает. Куба! Его прям, знаешь, как пылесосом, блин. И самое жесткое то, что он там еще и вообще даже там получил, потому что пилот успел моментально стопнуть движок. Так, в смысле, подожди, то есть у нас живой остался? Да. Но мог не остаться. Как-то, видимо, его не успел совсем засосать, а пилот сюда. Я пилот включу. Там Ты можешь пнуть на чат, а я так в паузу. Да, он в паузе. Да, все окей. Что за паузка? Ну, либо можно потом набрать какую-то, нажать кнопку, и тогда твои атаки, возможно, будут либо какие-то сильные, либо можно будет... Да, захватит, молодец. Вот, вот, видишь, что он там сделал? Да, типа... Но ему это не помогло. С это удар рукой или ногой, ладно, сейчас. Потому что я пока буду пытаться пробовать, мне уже на пределе. Подловил. Ну, ручки-то подлиннее. Да не только ручки. О! Так я же в блоке, алло. Босс. Во, я же говорила. Первый раз смерть. Добил. Нормальный, Виктор. Одобряю. Continue. Да. Что не бесконечно. Ну как? Ты рядный момент? Да, мы специально поставили. Поставишь на стол. Yeah.
Блин, вот эта твоя атака, конечно, мерзотная. Так, что он взбесился, надо бы ее ловить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну почти. Ама. Кей, о. Не сверху, сниз С, вниз С. Солнышко. Сейчас. Да нет, ты имел в виду, деточка. Я буду пробовать. Не то. Нормальная стрела! Нормально же ногой его коленочкой. Прям было хорошо. Жесть, это жесткий удар. Вот сбил ему. Чуть-чуть не хватает. Блин, коленочка была хорошо, кстати. А я наоборот, знаешь, типа у меня это пунктик. Вот что-то одним ударом, да, вот чё, это всё. Это же ИИ. Вообще пофиг. Чё, просто бунт. Хоть в углу его затыкай. Как победители несут. Я не боюсь того, кто сделает 10 тысяч различных ударов. Ну, назад, да? Да. Ах ты, сука. А ничего, что там мне как бы... Во, отлично, что мне так пошло. Все, он последний? Ты сейчас еще будет? Повышение уровня сложности. А, да, еще маги пи. Робота нету в общем пуле. И вот этой тянки, которая сейчас будет на финальном боссе, ее тоже нету. Но мне очень Нина Уильямс напоминает. Респиздить. Точно Нина. Да, да, вот прям есть такие вайбы. Вообще не в ходу. Не боюсь, что нет. Серьезно, тянка. Нифига на... навешал. Блин, у нее даже фишки, как у Нины. Да, спиздили просто. 100%. Поняла, окей. Вперед, вперед, путь, удар не работает. Да ты чё? Ты профит мне решил оформить? Ты чего вообще орёшь? Блин. Сейчас. Что такое Джей, интересно? В этой памятке. Джей? А, Джа. Джа. Не знаю, вообще джамп, не уверен. Сейчас надо. Джабахат, может? Джабахат. Джабахат. Блин, я хочу вперед, а ты прыгаешь. Он суперстил тоже может быть, непонятно, что
Да ну в смысле? О, он хорошо. Нельзя, давайте эту херню делать, блять. Да, и вообще нельзя давать эту. Да, уже хорошо, прям. Да, я, по-моему, чуть меньше я оставляю. Где Тарин находится на Луне? Ну, кто знает, возможно. Площадка. Африка. Блять, алло. Когда заполнится, смотри, да я вижу, когда она заполняется. Она порой действует, как сучка. Но я тоже сучка. Почему я так не могу? Хотя я Гарри. Понятно, сучка. Давай, давай, не бьём. Пыталась. И чё? Стоят? Ну, кто смотрит? Я пока. Не блок забываю. Если тебе придется пить, значит они. Да в смысле? Она падает, я бью ногой и типа в нее, но мимо нее. Класс. Нормально игры делать. Нормально игры делать. Ты по ней не попадаешь. Блять, я не попадаю! Просто, блядь! Не по кому, сука! Вот это что за хуйня? Нормальные игры! Нормальные игры делают! Бля, успокойся! Да! Жёстко. Жесть. Вы видели, сколько она снесла вообще? Да. Это нормально? Прям повезло. Сейчас загрузка. Такой, play next! Вот, теперь титры. Да, это не так? Да, нет, до этого... просто показали...
героя, за кто в ВУЗа играла, и сказали... Try next level. Try next level. Понятно. Ну чё, Фруза, давай. Раз уж ты хорошо рольнула... Не, это... ну подожди, подожди, давай, давай досмотрим. Давай, давай. Не, я не закрываю вообще. Так он запаузится. Он запаузится. После титров мультик, картинка. А мы что-то узнаем, возможно, о Гарри. Ничего себе. Вопросик, вопросик, вопросик. Надо всеми бойцами пройти? Нет. Не надо. А идет вертолет. Какой у него гендер? Кто бы знал. Пускай это будет у каждого в своем воображении. Сам себе придумай, какой гендер будет. Эти титры, чтобы try next level. Почему? Где ты видишь скип? Мы же смотрим. Короче, улетело Гарри, далекое и счастливое. Интересно, задело бы что? Не игра, наверное. Задело? Не игра, наверное. Кто знает, что? Шегги, ты тоже ГБА ждал, да? Я тоже ждала ГБА. Но колеса оказались сильней. Пим! Уи! Ну все, теперь легитимно. Да, иди, обещанный мультик. Финн разработал игру какой-то. Ну что, еще один файтанчик на финске. А что, еще один? Да, она еще и... Две игры там минус 0, да? Да. Тогда у нас конец-то уже. Вот сейчас... сейчас посмотрим, что наролим. Да. Ну, знаем. Ну, мы что, сядем до утра, походим. Чё наролим? Да, ну, ля, на спичку. Спейсфайт. Токио мяу-мяу! Даже интересно, что это. Точный какая-нибудь. Визуальная новелла, ставлю сотку, да? Да. Ня-ня-ня, кавай. Ну понятно. Оо! Понятно, ясно. Все, вот по кроватям гонять. Там не только девочки, там помощь с ними пацан затесался какой-то. А, аниме крутое было такое, ну понятно. Что там, покажите. Там, изометрии чибика. Или где-то, типа, народил себе визуальную новеллу и достал какой-то адский автоперекет. Дровян, конечно. Нахуй ее все проскибал, там была какая-то машина на тему. Вообще это у вас не Факер, а у вас... Вообще-то да, мне кажется, это... Ну, визуально было на японском, ребят. И это типа свинст, да? Да. Да. Максимально жестко. Дракс. Остальные яйца. Чарли Эксцент. Адвенчер. Атлус. Ставлю сотку, ты же их побираешь с Атлус.
выглядит крайне всрато. Так, сколько у нас рерол? Просто посмотри, по-моему, штук 5, наверное. Там было сейчас... Где-то долго. Три... Два фри рерола и три обычных. 5. Можно их все пожигать. Ну, естественно, это нужно сделать. Не, ну это очевидно, да? Сейчас длинная, да. То есть она, если бы она выпала, мы бы ее потратили. Надо же. А же 17 минут long play. Нет, это просто геймплей, ребят. Не думаю, что это прям. Геймплей, написано. Да, но... просто геймплей, это не long play. Вообще, за это... Забей, там Атлас, я думаю, что она долгая достаточно. Поэтому... Так, ладно, один рерол потратили, еще 4. Золотой давно был. Золотой был как раз таки... А вот эта игра на PS1 с Гаймон, она и была золотой. Я кинул, что довольно высокий шанс давать золотой. Да. Геркулес. Геркулес заслужил. Развалили в смысле в том, что игры говно. 4,5 часа это долго. Игра должна быть на час, на наш максимум. Доку я демо. Думаю, что это легитимный рерол ставлю. Да я уже даже по геймплею вижу. Но стимулятор там могучий. Какой кикал. Чё только не придумали в своё время, да? Ещё и Pocket Station нужна. Да, не важно. Да, крути дальше, давай. Легитимный герой, да. Да забей, можешь там не показывать. Чат сами вобьют. Чат что. Ленивый, чат просит. Чего только я мял герой? Потому что визуальная новелла и котик. Я же сказала. Он не успел записать. Джапан Орли, короче, можно писать. Так, все в порядке. Тем более. Тем более. Но нет. Нет. Чего? Такое было? Нет, нет, вот это нет. Да, ты знаешь, что такое? Да, знаю. Это очень ногти, словно бритвы. Можно ли это посмотреть? Не в курсе про эту игру. Вообще нет, первый раз вижу. Вообще в сраже выступили. И сколько она идет? Ой, час? 45. Не-не-не. Да, ну конечно было бы весело в нее на хате поиграть. Нифига, серьезно? Нет, я должна это показать. Я думаю, они видели. Еще... В детстве было. Фига, у него способ... Он типа да, ходит, да, находит да. Свои способности. Очень странно. Ты даже не представляешь, насколько она странная. Я, честно говоря, мне как МК, мне нравятся персонажи, мне нравятся старые фильмы, но я считаю его крайне деревянным. Ладно, это сжигаем еще один герой. Но это мое мнение, я не оскорбляю ваши чувства ни в коем случае. А, нет. Потому что первый рол... 5, мы рероли, осталось 4. Вот сейчас рероли... А, да, осталось 3. 3. Там был легитимный рерол. Что нужно? Она далеко не так ужасна, как считается. Игра богованная. Нет. Я думаю, что она ужасна. Я в неё играл в детстве, она отвратила. Где Геркулес? Я вообще это обзор смотрел. Так, ну это все выглядит как игровый, если честно. Я оставлю то, что это бокс, поэтому... Да. Ну, типа...
Тратим Иру. Это... Бля, это Ван, что ли? Это Масаюки Наруси. Аокона. 187cm, 110kg. Рингс Оланда. Хансу. Найма. Весь бюджет ушел на озвучку, похоже. Рефери Шимада Юзи. Скейт. Бравян. Ну, там чуть-чуть. Похоже. Чина. То есть это даже рестлинг. Нет, надо ее. Можно даже и ролик очевидно длинный. То есть, типа, рестлинг типа... очевидно длинный. Ну там да, обычно долгая карьера на миллион часов. Да вообще нет обычно. Вообще нет. Ну, ну ладно, да. То есть... Ну тогда под. Ладно, хорошо, тогда тратили и ролики. Бесплатные ролики за что? Много за что? За колеса. За колеса, за то, когда игры уходят в молоко. Молоко — это когда у тебя последняя игра осталась на платформе, и минусовать нечего. Соответственно, эти минуса выходят так или иначе. Три минуса равно реролл. Три. Блин, да давай. Дайскетс. Будет Дарк Хант. Я думал, что это же... А, нет, вероятно, это визуально на выходе. Ну, никуда не собирай. Today that dorm will cease to exist. Интерактивное кино? Мне кажется, нам в любом случае джапанули. The three objectives that have been assigned to me in my mission as CIA Special Agent are... Все три времена едет машина, ну практически. Почти, да. Мы еще поедем. Ну, опенинг нам не нужен, точно. Вон, Sega Saturn, смотри. Dark Hunter, выше. Ну, там тоже 8 минут, правда. А, может быть, вот же Dark Hunter. Ну, вот, давай. Тоже Saturn. Не важно. Ну, что происходит? Блин, выглядит так, сэр. Ну, это свеча, я знаю, для попы. I'll leave it with you until you decide to leave this school. Образовательный проект, чтобы учить японцев английскому. Это? Серьезно? Да. Ничего себе. Серьезно? Нет. Сколько кадров-то прям аж глаз не скрывать. Looks like our state of execution is over. И здесь есть какая-то концовка. Есть монитор 360 Гц. Да, вон прям. Сколько там? Час с чем-то? Час 51. Да, вот, конечно, пораньше такая игра выглядит забавно. Если деду попробовать английский получить, другой... Английский получить, да. Ну что, реролим, да? Ну, в смысле, реролим ее за что? За... просто за рерол. Просто за рерол? То есть у нас остается последний рерол. Ооо! Нормально. А это что это? А, подожди, это Гаги! Ничего себе, то есть все-таки тут что-то открылось. Вот мультик. Я видел фильм, который начинается точно так же. Просто картинку и все. Ну явно Гарри, вы посмотрите на эту талию. Нелегитимный рерол, потому что нет русского языка. Ну что, Нэнси Дрю, мы прошли без русского языка. Да давай, Флос, давай. Последний. Еще рольчик. Погнали. Последний? Не, у вас есть еще один. Вот этот, и сейчас еще один. Да, по-моему. А еще? Мы же, да. Ты сейчас остался один. Или, нет, или кто-нибудь рассудите. Остался один. Ладно, немного щитового, да. Сейчас тут точно будет. Великий курс. А если визуал, то есть список. Вообще визуальный новый. Визуал, ну, список может быть текен. Великий курс. Который сразу пройдет там за 20-15. Да, каждый из нас пройдет. Я не пройду. Даже ты понимаешь, что там если ты не кикбоксинг. Да, давай. Что такое? Не файтинг, да, ну, даже смотреть не хочется, если честно, я первый раз азбу твоего. Хотя.
Хотя... Ну это геймплей. Ну, мне кажется, посложнее будет с файтом. Так, это... Есть мобплей? Это и... А, так это стори моб, ну там в конце там титры есть. Геймовер там. Понятно. Ладно, давай тратим последний ролл. Нет, последний, я уже запутался. Последний. Давай последний. Ну ладно, надеюсь. Подожди, что это не будет кильки? Сейчас будет. Ну, жертва, да? 22 видоса по 20 минут. Это кто? Вот, или вот это кикбоксинг? Да. Даже, ну если 22 видоса по 20 минут, тогда это очевидно длинная игра. Почему? А, нет. 5 на 3 поделись, 7. Ну, 7 часов с копейками. Это в 3 раза меньше Рогьяна. Золото не вышло. В 3 раза меньше Рогьяна. Эх, да. 2 раза меньше экрана. Темпес чуть знакомый. ХЗ. ХЗ. Но будет ням ту вон. Бля, ну это визуально новелла точно. Ням. Я хочу есть шанс, значит. Это симулятор котов, видимо, какой-то. Похож, да вон первое, давай, геймплей. Да, делаешь кота. И вот и он кот ходит. Действительно, симулятор котов. Потыкай, он там что-нибудь умеет вообще, кроме как ходить. Надо срать, может, и есть. Да. Если может есть, значит, может и срать. Это как Симен. Да. Да, только про кота. Только про кисика. Бля, вот это игра. Мам, давай купим кота. У нас выезд кот дома. Тем временем кот дома. Это Hero, да, как симулятор Tamagotchi. Хочешь найти, как кот срёт? Да, тут смотри, вон собаки. Вот вырос. Опа. Собаку. Так, поиграться. Ну-ка, ну-ка, кто хороший доги? Кто хороший доги, кто хороший мальчик? А что, все что ли? Он даже не кинул. А, вот. Господи, как это плохо. Это он смеется над ним, что ли? Знаю. О. Я выглядит очень всрат. Ну, короче, это Рерору. Легитимный Рерору. Очень легитимный Рерору. Ну что, надоролимся? О! Все, последний. Бля, я сейчас... Там, да, там прям, есть, там есть длинный. Извини, Токио Хайвей. Да, я в этом первой мысли моя была об этом. Ну, надеюсь, минутку. Бегут до Геркулеса, правда. Да, Геркулес был хорош. Может быть, кто-то ушел, Тейкен, ушел, сука! Metal Slug, кстати, тоже было бы изи. Бля, нет, Спайра. Спайра, блин, отлично. Спайра длинный. Мы же проходили Спайра в прошлый раз. Да. Ну, жаль. Это Лежи Курге. Лежи Курге. Да, Спайра это приключение на всю ночь. Поэтому... Секундочку. Там заключительная еда пришла. Блин, ну это было очень близко. Там, кстати, Тарзан тоже был близко, да, на самом деле. Я уж такая, итоги, да ладно, неужели еще Тарзан близко? Прямо очень близко. Ельцин Сити? Хочешь Майл в Ельцин Сити сыграть? Я, честно, уже ничего не хочу особо. Ну, разделяю, наверное, да. Да, подустали уже все, честно говоря. Я тоже задолбалась. Но как-то... Из-за того, что сегодня не было вот этих вот длинных потных игр на 15 часов, конечно, чувствую себя получше, чем вчера. Это просто вчера был длинный потный день из-за жары. Mm-hmm. Так, ну что, все, бонусные блины. Mm-hmm. А это твой? Mm-hmm. Да. Вот вам. Жалко, конечно, что Спайро выпал. Ну, да, ну что, те, кто едят, давайте тогда провалить, мы будем итоги подводить. Да, давай. Да.
Эх. Так, ничего. Ну что, Клим Саныч? Так, ну хата прошла 4 полных дня и немножко пятого. В общем-то, как в большинстве случаев. Поэтому все довольно-таки... Ну, у нас самая длинная хата была пятая. Она была ровно 5 дней. Ровно, тютелька в тютельку. Обычно всегда было 4 полных дня. И там еще немножечко. Вот я не знаю, ну честно, вот Майло не хочется, мне вообще вот тоже не хочется сейчас. Мне тоже, я ну что, вот. Тоже сидел, уже думал. Устали уже все, ребят. Да, каждый раз танки, я понимаю, что, конечно, там, если вырастают всякие традиции, но вот надо что-то найти новое. Вот если выпадет что-нибудь там на колесе новое и прикольное, вот это да. Так-с, ну ладно. Гарри, Моник. Текс. Сейчас мы так махнем. Во. Так, ну чё? А можно я ещё чуть-чуть подвижу? О, отлично. Так. Ну, вообще по статье, кто чё прошёл? По статье всё неплохо. Гид... А нет, Мэлшторм победитель. Он прошёл 5.75 игр. На втором месте Гид, на третьем месте Фроза, на четвертом месте я. Потому что мне никак не удавалось нормально поиграть. 118 колес. Кстати, это неплохо. Ну и больше всех колес ролил Гид. Мы Хаос Эмеральд поймали или нет? Не, Хаос Эмеральд один поймал. А, поймали даже? Я поймал Хаос Эмеральд. Поймал, бля, исчезает прямо на глаза. Так что в целом все хорошо. Все мемасы можно посмотреть в телеге. Но это вы, я думаю, знаете без нас. Дропнута, к сожалению, все-таки одна игра. Это почти была хата без дропов. Но, увы, ну, жокерги... Там отвратительно просто. Да, без, это было просто... И роллы сгорели, было неудачно. Если Майлу удалось как-то скипнуть и рольнуть мерзкую игру от Тенгена по посуму, то, к сожалению, на гите это не прокатило. И у нас не осталось игров, поэтому пришлось дропать. Но опять же, да, зато как РГ хата 2, единственная хата с дропом, это уже приятно. Две хаты были с дропами, это хорошо. Это хорошая новость. Но плохая новость, то что осталось очень много долгов. Целых 12 игр. А нет, почему? 11 игр. Мы же только что прошли файтан. Да, 11 игр. Если должна быть единичка. Ну что ж, нам удалось отдать... Sega Mega Drive за прошлую хату. Я напоминаю, на прошлой хате мы должны были две игры на Spectrum и одну игру на Sega Mega Drive. Один долг отдан, а второй долг увеличился. Мы даже не добрались до него. А до второго долга мы даже не добрались в этот раз. Да. Ну, что-то прям очень много раз везло на плюс платформу. Ну, я опять же лишний раз напоминаю, что вот это не везло. Вот это не везло. Это был долг после четвертой хаты. Вот это было невезение. Где? Ну, вот он. Все. А, да. Вот это было невезение, поэтому это нормально. Так что здесь... Ну, блин, тут прям началось прямо со старта. Вспомни, первое же колесо. Плюс игра на себя было первое колесо. Да, первое колесо. Плюс игра... Так, подожди. Да, еще и DOS. Пиздак и пиздос. Пиздак и пиздос. Вот под таким, так сказать, девизом хата и началась. Да. Ну, кстати, первая игра была довольно-таки прикольной. Бонг. Да. Ну, TurboGrafx. Нормально. Биоминус затем был. Ну, кстати, это было прям вообще, наверное, одна из лучших, я бы сказал. Ну, сейчас пока было... посмотрим. Но это, который, как Duke Nukem и Dangerous Dave 2D, только на досе. Да, да, да. Тащил. Играх, каменное лицо, гляделки. Спасибо большое, да. Этого и еще множество других. Спасибо. Вы продолжаете. Так что Биоминус прям было супер вообще, круто и интересно смотреть. А он так старался. Потом Фроза. Ну, все началось возвышение Фрозы, я считаю, потому что это было, оказалось действительно детская игра про оленя. Мне нужно... Не, подожди, не оленя, лошадь. Про лошадей. Лошадку, а не про оленя. Симулятор цыгана. Олень была я в другой игре. В конце игры украли коня. Я уже здесь спать пошел, поэтому я тут про конец не могу ничего сказать. Мне нравится комментарий про Фернандо Мартин Баскетмастер. Я туда-сюда бродил кафе, искал там разные оружки. А, все, да. 5 полов, лицом гениталии из 5. Да, сейчас дойдем. И Фроза прошла ее за прекраснейшие полтора часа просто вообще.
И была, наверное, очень довольна, так круто. Конечно. Вау. Супер. Неужели это классно? У-у-у-у. Потом было... Потом. Значит, потом были миллионы реров. Опять, видимо, король реров Мэлшторм. Dangers of Kaim. Это что-то знакомое, кстати. Да, это детективная история РПГ, она у меня была на самом первом РГГ, и это был моим самым первым дропом. Да? Ну, что это было невозможно понять, просто нереально. Да, так что вот. Какие дела? Сейчас я чат. Так, и в итоге... А, ну да, в итоге Мэлшторм наролил тот самый бокс. Ой, это самый баскетбол, который был у Рекви, был у Гита и технически был еще у Джути на РГ-лендах. Хотя у нее был Спектрум, но поскольку Мэлшторм наролил на досе, то мы и справились. Из-за того, что была известна, и был известен критерий победы. Так, а потом началась хата длинных игр, потому что наролился сам гейм, и я такой сел, думаю, ну сейчас мы быстро закроем. 9.5 часов. Ну, это, кстати, еще побольше. Да, кстати, еще побольше. Это еще побольше. Что это за сам гейм? Ну, это квадраты эти. Головоломки. Я подумал, что сейчас мы быстро закроем, казалось, что в ней 10 уровней, но оказалось, что в ней не 10 уровней, а 20, и последние 10 уровней... Я вспомнил первую игру, которую я проспал, вот она. Да, оказались просто вообще жесть какая-то. Погоди, то есть наролили в 9.24, закончишь в 16.45, да, так? Да. Ну, это по-божески, ну, это вообще... Я вот спал 4 раза, я спал первый раз под эту штуку, второй раз под Вагяна, третий раз под Чикана, и четвертый вот под вот эту вот последнюю игру, и ни разу не проспал ни одного прохождения. То есть прям успевал поспать во время. То есть часов 8 они играли, скажем. С 20 уровнем я дольше всего дрочился. Прям очень долго. Несколько часов. Так, затем мы дошли до золотого рога DuckTales на ГБ. Изейший час от Гита. Просто изейший. Затем был, опять же, изейший скролл-шутан Барион. А что уже забыл? Сам игропоинт скролл-шутер на DOS. Там, где, помнишь, скорость можно было крутить? Да, где скорость можно было крутить, и он круто прошелся. Кайф. Золотой список я бы вообще добавил бы его. Да, надо будет добавить. Он... Да. Но он изейший. Ну, затем снова король реров Мэлшторм, тут было миллион просто всего в Пека Мастер Рейс, всякие хитманы, чё только не было вообще, Зулу Варс, и в итоге мы доролились до... А, до этого, шара. Mad Balls in Battle Invasion. Это я, кстати, уже проспал. Из Стима, да, ты проспал, но там был шар. А, не-не-не, я помню. Там довольно забавная игра, даже Торнис пришел, оказалось, что он в неё задротил в детстве. Ну, кстати, 2 часа с небольшим буквально занял. Ну, да, нормально. Так ну, что кайфово. Играли, я помню, без... Ну, а в полночь наролился Ваган Лэнд. Легкая игра для Фрозы. Сказали, что легкая игра для Фрозы. А она как раз проснулась, по-моему, да? Там что-то такое было. И все. И понеслась. Да, конечно, Ваган Лэнд теперь заходит, запомнится вообще. Потому что это игра, в которую играли все. Игра, которая 22 часа длилась. 22 с половиной. С миллионом там всего остального, да, это прям просто жуть. Так и есть. И самое главное, что она все-таки прошлась на японском роме, а не на перевод. Повезло, что сейф подошел. Да, супер повезло, что сейф подошел, иначе бы точно пришлось дропать. Да, там на самом деле дойти до этого мужика, ну, да, несложно. Ну да, дошли. Но, ну, все единственное, равно. Что немножко пришлось бы потратить времени на первоначальное вот так, эти так, а там первоначальное-то все равно пришлось бы сидеть на японском. Да, это бы прибавило время существенно, я думаю. Ну да, теперь Ваган Лэнд записан. Battletoads на Sega. Ужасный порт. Но довольно, кстати, быстро затащен. Да. 2.5 часика. Я просто второй трайвер прошел. Да. Ну там я пару раз рисовал. Да, со второго. Вообще, да. Ну да, вообще, в принципе, нормально было. Ну, на Sega, как обычно. Опоссум, вот опасная вот этот рерол был, точнее опасная игра от Тенгена, которую мы реролили к херам, и потом Майло прошел, Майло потом прошел слона. Блин, на самом деле слон... Там комик-зона выпадала, да. Да. Ну, по проклятию реролили. Да. Да. Слон на самом деле был очень крутым, мне супер понравился. И даже было желание в какой-то момент на 100% его пройти. Так да. Бывает, да. Причем слоник от Electronic Arts. Ну а потом снова опять проснулась Фроза. А, ну да, и у нас наролился Чакан, и мы такие, ну блин, Фрозе надо пройти Чакан, и мы не думали, что это затянется так надолго. Но зато она эпически его затащила, благодаря Тианкане, который мог бы подсказать и пораньше. Но все равно, это было крайне эпично, я считаю. Крайне. Ну да, единственный дроп затем игры.
к сожалению, тенген нас настиг, как я уже сказал. Пришлось дропнуть этот скроу-шутан Сеги, который совершенно кошмарный и неиграбельный. Абсолютно. На комик-зону мы посмотрели, погрустили и реролнули из-за пункта, а потом выпало Голос и Голос на Сеги, и Майл ее эпично затащил. Ну, я прошел первый круг, да. Потом сел Майл. Гид прошел первый круг, более там, сложный, но Майл затащил. Я, если честно, не верю. Я думал, что я проснусь, а ты будешь сидеть на ласт. Да нет, там он не сложный. Ластовом уровне, но... Ну, Стори он потравил, как он там откатывался назад. То есть надо будет пересмотреть эти моменты. Да, это надо будет посмотреть. Ну, Нэнси Дрю, это я вообще не застал, я ее практически всю проспал. Я тоже, прям пацаны. Нечего сказать. Ну, это Нэнси Дрю. Я вообще, прям, по-моему, раскусил, выкусил. Она такая, затусил. Типа, там есть уровень сложности, она легкая. Нам потребовалась, правда, одна подсказка все равно, но в целом она даже... Там был смешной один момент, когда там, видимо, главный злодей, то Нэнси Дрю представит, он держал такой, где мой журнал, и Майл такой врет ему, типа, ну вот он там, внизу. И стоит такой, типа, он говорит, нет, там журнала моего нету, где он? Ну, он вот там, он под диваном, он уходит опять, и так постарался, раз, потом я такой, блин, а мне что, уйти надо было, пока он уходит? Там надо было его запереть, вот так и оказалось. Ну, такая, прикольная. Самое удивительное, то, что в чате жемчужинки не было, как любительница Нэнси Дрю. Бедная, наверное, проспала. Потеря. Ой, потеря роллов. Потом опять было что-то много реролов, рестлинги же, РПГ, и наролился Гаймон с первой хаты, который был пройден, к сожалению, дольше, но все равно был пройден. Ну, потому что мы были уставшие уже, да, типа мы менялись это, там. Да, менялись, еще миллион всего, так что нормально. Ну и Фроза эпично затащила Файтан последней игрой хаты, по факту. Меньше, чем за час, кстати. То есть отбила. Училась короткая игра в начале. Ну, это получилось не так, прям много игр пройдено, но это прям были такие эпичные битвы. Ну, тут прям, да, прям все битвы, я считаю, были эпичные. И с Чеканом было эпично, и с Вагяном было эпично, потому что там прям весь чат участвовал просто как полноценные участники. Да и Гоймон нормально прошелся, и головоломки квадратные тоже были много. Да. У вас каждый день была по длинной игре какой-то, буквально каждый день. Да. Каждый день была какая-то длинная игра. Ну, наверное, ладно, стоит признать, что все-таки, наверное, столько длинных игр не было ни одной хате, ну не попадал. Потому что один не комбилось. Только, и при этом вот так много осталось всего, это показатель. Да, ну и в итоге мы доверолили до Спайра, поэтому, к сожалению, на этом придется закончить, потому что Спайра это очередная длинная игра, я не помню, кстати, за сколько мы Спайра проходили на какой-то из прошлых. Нет, но если на 100% не бить... Не-не-не-не, я сейчас даже проверил. 7, мне кажется, мы там вот. Я сначала сидел, потом Бровян добивал. Ну, 14 минус 8 сколько? 6? 5-6 часов, да. Ну да, ну 6, но это сейчас, то есть просто до утра. Учитывая, что уставший, да. Поэтому, увы, на этой ноте мы завершаем хату. Все? Я считаю, что удалось. И было весело. Все удалось, да. Мне тоже супер понравилось. Было круто. Брови, правда, нихуя не помогал. Козел. Вообще. Только усы себе нагрели. Даже до анекдота ни одного не рассказывал. Какой ужас. Так, поэтому мы стопаем кнопку Джун-Джун. Все, Джун-Джун, спасибо за работу. Добивай. Спасибо. И стопаем кнопку стрима. Спасибо всем, что смотрели. Увидимся на следующих хатах когда-нибудь. Да. Давайте, все. Пока. Всем пока. Ба-ба. Играйте в хорошие игры. Пока. И в Чикана.